Всем привет, друзья! И сегодня будет такой ответственный момент, потому что я буду, ну, делать такой, я бы сказал, очень важный момент в игре, да, то есть. И может это для меня, может это в моем стиле развития он важен. В общем, мы начнем сегодня, надеюсь, соберем полностью производство контроллеров на интегральных схемах. Я постарался подготовиться к этой серии, и, в общем, здесь у нас почти все материалы есть. То есть, вот сюда есть подводка всего практически, чего нам нужно. Так, и давайте начнем, наверное, с самого начала. А начало бы вот как-то надо подумать, что у нас сначала. Давайте вот припой. Есть у нас припой, и с него же и начнем. Для припоя нужен слиток припоя. Так, слиток припоя у нас делается из свинца и олова. Вот здесь вот у нас есть свинец и олово. Для этого берем красный вот этот вот механизм. Так, делаем как-нибудь где-то вот у нас где-то. Что-то я перепутал, похоже. Все, понял теперь, что нам нужно. Я не то. Так, мне нужно вот это, электропечь для сплавов. Пускай она делается. У нас почти закончилось производство. Точнее, заливка бетоном. Он начал производиться, наконец-таки. Так, где это для сплавов? Вот она. Так, в принципе, давайте сначала так попробуем. Просто вот сразу. Но, скорее всего, этого мало будет, да? Так. Давайте подумаем просто получше, сразу распланировать нужно. Так, здесь нужен слиток припоя и смола сразу же, да? Смола. Я как-то вроде бы пригонял сюда смолу. Стоп. Неужели я забыл, а? Нет, да. Нет, я не забыл. И да, все оказывается нормально. Вот здесь вот я немножечко просто не доделал. Это уже такой маленький. Я помню, что вроде бы все подготовил, но, как видите, вот уже кое-что забыл. Это нормально в этой игре, забывать, что ты делал какой-то промежуток времени назад. Так, здесь бы по-хорошему вот так опустить и куда-то вот сюда вот вывести, да? Да, поэтому мы давайте вот так вот сделаем здесь, вот так вот как-нибудь опустим. И вот что-нибудь типа такого. Так, здесь же, здесь давайте уже подумаем, где лучше нам это все подвести, потому что такой момент, да, очень важный. Расположение, при том расположить еще это все грамотно. Так, здесь мы ставим. Так, здесь у нас будет производиться слиток припоя, который будет переходить следующее производство, в котором у нас будет производиться сам припой. Делается он у нас в обычных, но мы поставим уже сразу самый навороченный, чтобы делалось все быстрее. Сюда же нужно слиток припоя, и как раз таки вот по этой линии можно подать сюда где-то наши. Давайте мы вот по этой линии подадим нашу смолу. Кстати, за кадром я еще начал производство проводов в обмотке. Обмотка делается из пластика, пластик делается из смолы. То есть все очень просто, да? То есть все, я бы даже сказал, элементарно. И теперь я могу производить изолированный провод, и благодаря ему могу делать самые модернизированные провода. Вот такие стальные столб LEP MK3, у которых 11 размер. То есть, ну, они покрывают территорию 11 на 11. Это, по-моему, очень круто. Ну, давайте вот на таком вот размере. Далеко не будем возить. Так, здесь нам нужно запитать все. И вот такой вот столбец у нас запитывает просто, ну, вот. Встает и бэм, просто все готово. Так, куда это будет уходить, это уже другой вопрос. Как видите, я постарался, чтобы оно... Ну, тут есть запас, то есть производится все нормально вроде бы.
Притом он производит намного быстрее, чем вот это производится. Я думаю, все будет в порядке здесь. Кстати, наверное, все-таки надо было сместить немножечко. А знаете, как я сделаю лучше, еще круче? Я вот так вот сделаю. Ах ты ж, смотрите, он не хочет класть на нижний... на нижнюю линию. Ладно, ничего страшного, тогда пускай будет вот так вот. Так, припой у нас, можно сказать, есть. Припой готов. Дальше. Дальше смотрим, что у нас здесь. Припой. Теперь тогда... Или вот так вот по линии идти. Здесь что у нас? Вот смотрите, здесь два предмета. Это полупроводниковые интегрированные компоненты и полупроводниковые дискретные компоненты. Они делаются практически одинаково, только у интегрированных компонентов серная кислота используется. Я там уже в одном месте у меня загружается, в общем, кислота, так что все в порядке. Вот эти материалы, которые здесь нужны, вот здесь, да, они у меня выводятся они где-то у меня здесь. Вот они выводятся. То есть пластик и вот эти вот полупроводниковые пластины. Облуженный медный провод, он здесь у нас есть. Поэтому давайте как-нибудь сделаем по-другому систему. Так, сделаем... Так, тут нужно... Окей. Давайте два таких вот. Нет, стоп. Еще раз внимательней. Берем вот два красных вот таких вот. Здесь посередине. Раз, два, три. Делаем так. А здесь на одну вот... Вот так. Вот так вот. Готово. В принципе, давайте вот так вот пока без... То есть все готово, в принципе, да? То есть мы можем вот так вот подавать, начинать так, к примеру, так. То есть нужное количество у нас уже начинает загружаться. Здесь только остается подать электричество. И давайте подадим это электричество в итоге. Так, как бы здесь красиво это сделать? Ну, давайте... Давайте пока что вот так вот провод поставим. Вот, вот. Отлично. Все готово. Единственное, теперь нужно это как-то все вынимать отсюда. И это можно сделать посередине, скорее всего, да? То есть... Так. Так. К примеру, готово. Теперь дальше вот немножко посложнее будет, потому что вот эти у нас делаются также вот в таком же устройстве, но как они будут здесь... А, вот у них как подключается серная кислота и... Вот что сейчас тут? Тут кто-то напал, да? То есть тут кто-то напал и... Посмотрите, они игнорируют вот эту базу, и они бегут именно сюда. В чем прикол, я не понимаю, серьезно. Тут уже сломали пару вышек, надо будет приехать. Ну, опять в серию, ладно. Ладно, забили, короче. Так, делаем здесь просто. Здесь резервуар ставим. Ну, примерно... Да, нет, вот на таком расстоянии. Да нет, вот это вот... бегу быстрее своих мыслей. Слова вылетают, точнее, быстрее мыслей. Так, делаем здесь водяной насос. Ставим сейчас, давайте, нет, сначала водяной насос, потом поставим сундуки. Так. Загрузку. Теперь ставим активный и пассивный. Так, пассивный и сундук запроса. Здесь мы запрашиваем бочки с серной кислотой. Здесь кладутся бочки пустые. Там же стоит запрос на пустые бочки. Все просто. И, кстати, там берутся еще бочки, вроде бы, если я не ошибаюсь, из... Да, вот видите, уже приехало. И он уже, надеюсь,
А, вот-вот-вот-вот, начал разгружать. Так, отлично. Еще один завод ставим такой же. Раз, два, три. Такой же системы. Также у нас сейчас будет подаваться здесь жидкость. То есть... Вот таким вот образом. Также сюда будет вот так вот подаваться нужные микросхемы. И здесь также все. И разгрузка такая же. Так, провод мы давайте немножко сместим и где-нибудь здесь поставим. Продлеваем эту часть. Здесь... Так. Процесс пошел. Готово. Дальше, что нам еще нужно? Это производится. Линейные электронные компоненты нужно начать производить. Линейные электронные компоненты. Где-то здесь должен быть выход для этих материалов, которые там использовались. Так, давайте сначала посмотрим, что там используется. Облуженный медный провод и углерод. Вот. Я по нему еду, да? Так. По-хорошему, мы должны поставить еще два станка. Вот так вот, к примеру. Здесь продлеваем вот так вот. Здесь мы, допустим, вот так вот ставим. Ну, к примеру. И здесь ставим так. Так, и все готово. Это есть. Что же, улучшенные платы мы сюда сейчас тоже пригоним каким-нибудь невероятнейшим образом. И теперь вот это все... То есть здесь опять вот где-нибудь здесь нужно перекрестную такую систему строить. Или вот здесь вот, наверное, по-правильному, да? Потому что, смотрите, мне в любом случае нужно вот этот механизм. Вот это соединить в одну линию. Здесь это и это соединить в одну линию и пустить где-то здесь сделать... Давайте вот так вот сделаем. Закроем здесь сейчас вот так вот. Оп. Все бетоном покроем, чтобы красиво было. То есть здесь где-то нужно все это сделать. Запустить это производство на... Где они у нас производятся? Они производятся вот в этих штуках. Значит, у нас раз, два, три. Так. Раз, два, три. Так. Смотрите, в чем прикол. Я могу крест-накрест... Подавать ресурсы и с боков уводить предметы, которые создаются. Ну, либо где-то по центру уводить и где-то в ободочке. Мне кажется, крест-накрест будет интереснее, да? То есть, мне кажется, да. Поэтому давайте на танк сядем и отъедем в стороночку. Куда-нибудь сюда. Сейчас освещение здесь сделаем, когда уже подведется. Так, здесь вот прям... Смотрите, прям само оно получается. Так. Так. Здесь вот так вот. Здесь, значит, мы... Да ладно. Я вот тоже удивился, думал, что нету. Так, они, конечно, производятся здесь, но еще не в таком количестве. Так, здесь уже готово. В принципе. Так. Как бы тут... Давайте вот, к примеру... Так, что ли, выводить вниз? Да, давайте вниз выводить. Как-нибудь вот так вот. Здесь мы сразу ставим... Как-нибудь так. Здесь... Так, немножко промахнулся, ничего страшного. Здесь так. Так, стоп, наоборот. Что-нибудь типа такого. Ну и здесь все, в принципе, нормально. Так, давайте как-нибудь прям вот сразу же. Так. Здесь мы давайте где-нибудь... А, здесь надо еще красиво это все сделать. Так, здесь в любом случае получается у нас вот так вот, да? То есть
так. Вот эти материалы, как бы нам тут покруче-то сделать там. Давайте что-нибудь типа такого вот. Так, стоп. Здесь в любом будет, по-любому будет выход, поэтому... Блин, я немножко теряюсь. Так, 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 так. И понеслась. Так. Что-нибудь типа такого вот. Все, в принципе, система работает. Я думаю, здесь уже дальше не... Ну, что такое? Ну, тут все, война вечная, война. У меня вечно что-то ломают, вечно что-то крушат, уничтожают. Это неизбежно, это, ну, просто неотъемлемая часть этой всей игры. Когда у вас что-то отрывают, какие-то части из вашей системы. Но самое главное, что вот здесь все работает. Блин, как же божественно. Мне так нравится, как они выкладывают просто ресурсы. Так быстро, что просто нереально быстро. Тут вообще слов нету на самом деле. Здесь даже вот... На самом деле, по-хорошему, здесь вот так вот вообще нужно. Вот серьезно. Нет, смотрите, по два. То есть, видите, один такой... Есть такой просвет, да, вот именно по два, поэтому... Так, как видите, вот здесь вот попадается и золото, и уголь, да, вот в этих вагонах. И специально здесь вот такая вот система расфасовки стоит, чтобы как раз-таки раскидывать эти все материалы. Специально вот стоит для вольфрама. Ух ты, как, посмотрите, как так. С золотом, нет, с золотом всегда все в порядке, потому что не забывайте, что здесь... Складывается золото, только потом оно идет. Это я для себя в большей степени сказал. Да, кстати, я забыл тут одну самую главную вещь сделать. Одну просто наиглавнейшую вещь. Сейчас пока увидел, там два места. Это вот так вот, это вот так вот. Это вот так вот. И это вот так вот. И готово. Сейчас в данный момент мы где-нибудь, давайте вот по-хорошему ставим сундук запроса вот здесь. И сюда складывать эти материалы. Вот так вот. Вот так вот. И последнее это... Ага! А вот это для меня сейчас прям-таки, я бы сказал, даже открытие. То есть, представляете, смотрите, вот эти два, а еще один, еще одно место нужно, куда, вот это да. Сейчас я даже немножко в шоке. Не все так просто оказалось, как я бы хотел. Офигеть. Просто офигеть. Черт, даже здесь не получится, как у меня... Как я затеял. Как появилась идея, точнее, как сделать. Нет, все нормально. Ну, тут ровненько, по крайней мере, не получится. Так-то все нормально. Это не проблема на самом деле. Не забывайте, что у меня есть длинные манипуляторы, которые вполне справятся здесь с поставленной для них задачей. Но об этом я серьезно забыл. Вот что. Так, освещение. Вот здесь давайте и воткнем. Нет, вот здесь вот воткнем. Освещается эта вся часть. И еще два. Ну, давайте, ладно, стак. Ой, ну и стак 5 штук.
очень медленно строится. Ну, не быстро, да, поверьте, не быстро строится, но да, наконец-таки, ребятки, эти части у меня начали делаться. И вот я сейчас думаю, что вот все, что я здесь делаю, это круто, но мне еще вот здесь такой же ряд нужно делать. Прям вот сразу же. Давайте я сделаю это за кадром только. Ну что же, ребятки, я настроил еще одну часть, и, ну, процесс пошел куда быстрее. Да, конечно, жрет электричество. Давайте посмотрим, как у нас с электричеством. 18 гигаджоулей. Есть у меня при этом, при всем, в ночное время. В ночное время вроде бы, да, справляется спокойно. Нет, уже солнечные... А, вот сейчас только солнечные панели начинают заканчивать свою работу и начинают включаться, разгоняться начинают парогенераторы геотермальные. Нет, не геотермальные. И начинает работать на отдачу, да, накопления энергии. И притом очень быстро начинает работать. Не знаю, почему не разгоняются на максимум скорости. Не знаю, почему, кстати, серьезно. Не понимаю, почему не разгоняются на максимальной скорости. А, не-не-не-не. Они-то работают, наверное, сейчас на максимальной скорости. Просто это показано, какое количество они, так сказать, выдают энергии. Ну вот, все. Понятно, что сейчас в данный момент у меня работает исключительно на накоплении энергии. На накопленной энергии. Но расход прям вообще бешеный, конечно. Ладно, это не страшно. Проблема только в том, что делать дальше. Воу, произвести 500 процессоров за час. Офигеть. Офигеть. Ладно, окей. Выполнил такую ачивку. Но, кстати, ачивки выполняются, но я заметил, что они в Steam не записываются. Не знаю почему, наверное, это из-за модов, потому что моды установлены. Ладно, так. Так, ребятки. Дальше. И дальше, в принципе, все просто. Надо исследовательские пакеты 4 делать, потому что именно они участвуют во всем остальном. То есть вот их не хватает. Исследовательский пакет 4. Их нужно делать, и здесь, ну... Первых два я сделал, конвейеры не проблема было сделать. Нитрит кремния, давайте посмотрим. Нитрит кремния, как вот он. Порошковый силикон и азот. Порошковый силикон у меня где-то производится, я вот не помню где точно, но где-то точно он производится. Азот, по-моему, тоже производится, это не проблема. А вот дальше, по-моему, эта проблема, это... Ли-ион аккумулятор. И вот здесь вот уже довольно-таки проблематично. Углерод, пластиковый, пластмассовый брусок. Кабальтит, лития. Кабальтит, лития. Значит, там участвует кобальт. А кобальт я не знаю, где добывать. И перхлорат, лития. Давайте посмотрим... перхлорат лития, как делается. Как он там выглядит-то? Такой, как будто ватка какая-то. В упор не вижу, вот серьезно. Перхлорат. Или как он там? Хлорид лития. Кабальтит, лития. Черт. А вот я не вижу, чтобы он где-то производился. И не знаю, и что мне... Так, стоп, еще раз давайте поищем. Перхлорат, лития. То есть это какая-то, ну реально какая-то... Ну порошок, понятно, просто выглядит как будто бы ватка. Так-то понятно, что это какой-то порошок. Может быть, это жидкость какая-нибудь. Во, да-да-да. Это какой-то... Вот здесь. Электролиз хлорита лития. Нужен хлорид лития, который делается у нас... Хлорид... Вот, хлорид лития делается из литиевой воды. Наконец-таки будут использованы вот эти вот источники. Вот, вот они. Кстати, на базе у меня...
ни одного такого источника нету. Вот здесь вот есть такие источники. Ну, придется разгружать эту литиевую воду, где у нас еще есть, допустим, литиевая вода. Ну, вот здесь есть литиевая вода, вот литиевая вода есть. Притом здесь вообще дофигища. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. Ну, или двадцать пять, там я, наверное, ошибся немножко. В общем, огромное количество этой воды. Вот здесь тоже огромное количество этой воды. Вот, ну, с водой, конечно, будет полегче. То есть у нее такие прям... Хотя вот здесь тоже нефть, смотрите, сколько дофигища. То есть нефть и вода как-то не проблема. Вот здесь вот воды, в общем, много. Да, это прям-таки, я бы сказал, отдельные... Блин, представляете, это с хлором нужно начать работать, чтобы... Офигеть, как сложно надо. Так, ладно. Хлорид литий, и там пошло производство. Но есть еще проблема в кобальте. Нам нужно вот этот кабальтит лития. А здесь используется литий, который нам нужно как-то будет произвести. Не знаю как, ну, скорее всего, вот из хлорида лития, из литиевой воды. И оксид кобальта, вот он. А здесь участвует кабальтит. Кабальтин, который я не нашел. Я честно скажу, я тратил очень много времени. Я прям за кадром гонял, ездил прям по карте. Просто вот за кадр, ну, за карту туда уезжал, искал этот кабальтин. Так его и не нашел. Я не знаю, как он выглядит. Я создавал... Я знаю, что он на карте, вот когда вот не на карте, а именно вот так, он синеньким такой, он прям синий, ярко-синий. Как вот на карте он выглядит, я не знаю. И тут я вообще ничего не могу сказать. Но есть выход, есть один выход. Скорее всего, это какой-то запасной был вариант, но все-таки. Я могу делать... я могу делать, в общем, этот... оксид кобальта вот таким вот путем, перерабатывая медную руду водородом, углеродом, камнем и получая 10 медных плит и 2 кабальтита. Ну, не кабальтита, а оксида кобальта. Ну, вот как-то так. Очень проблематично будет и... Ну, прям-таки жестко. Тут, представляете, тут надо и делать... Ну, станции, где будет у меня добываться это все, это раз. Кстати, вот можно вот, вот самый легкий вариант будет, где литиевую воду начать добывать. Самый легкий вариант. Можно здесь еще, кстати. Это еще легче, конечно. Интересно, сколько там воды надо требуется? Наверное, ну дофигища. Да. Но это уже будет в следующей серии. Я, наверное, начну с лития. Привезем его сюда и здесь уже начнем производство. То есть сейчас проблема будет именно построить опять фортпосты, фортпосты, поставить подачу, так сказать, сделать поезда. То есть вот в чем проблема будет с этой литиевой водой. Но жестко на самом деле, то есть они мне понадобились вот прямо вот сейчас, именно в этот такой момент, но... вышки литиевой воды, они уже давным-давно есть. Просто до этого литиевая вода, я не знаю, куда использовать. Кабальтин можно было использовать вот здесь вот. Кобальтово-стальную плиту сделать и сделать из нее инварво-стальную броню. Вот единственный вариант. Станово-керамическая броня. Здесь нитрит кремния нужен. Ну, как-то так. Ну, так как я в танке езжу, я об этом не беспокоюсь. Кстати, теперь, наверное, я точно танк могу скрафтить, да. Теперь... Стоп. Смотрите. Я этот танк, наверное, не буду трогать, потому что... Давайте скрафтим еще один танк. Под конец этой серии. Фу, я... Серьезно, я так немножко пугаюсь, сколько работы опять предстоит. Предстоит прям вообще дофигище всего. Обязательно нужно съездить вот сюда, глянуть, что здесь происходит. Там что-то какой-то постоянный нагиб идет выше.
произвести 1000 процессоров за час. Это явно... Вот эти ачивки, они явно не засчитываются. Ах ты ж. Смотрите, какие-то... Что за бонусы? То есть это дополнительные бонусы за счет чего, интересно? Вот, вот не понимаю немножечко, за счет чего? Где? Вот, достижение. Служба доставки. Получить 10 тысяч предметов с помощью транспортных дронов. Это я уже выполнил, выполнил, выполнил. И вот сколько еще не выполнил. Всего хорошего и спасибо. А. Стоп. Профессиональный поиск пути. Создайте дизельный локомотив за первые 1.5 часа игры. А, это ачивки, которые я уже не смогу никогда выполнить. Все понятно. И закончить за 15 часов. О, господи, у меня уже больше 15 часов здесь наиграно. Жесть. Но все остальное... Я прям вижу вот здесь 10 тысяч за час. Смотрите, 25 тысяч. О, господи. Вот это ачивки. Так, ну что же. Танк готов? Где он? Танк готов, да. Но он немножко другого цвета, как видите. И теперь можно... Во-во-во, многоствольный пулемет. У него сразу, смотри, самоходная артиллерийская установка. Это что такое? Дальность 35. О-о-о, ребят. Вот это вот круто, ребят. Вот это вот я понимаю. Вот это я понимаю, серьезно. Вот это вот, наконец-таки... Здесь у меня пулемет. Кстати, можно начать создавать новые патроны. Ну, вот магазин с патронами. Но это проблема, потому что, блин, для производства этих патронов нужно тоже очень много всего. Тут вот, вот хотя бы даже кордит сделать. Это нитроцеллюлоза нужна, вазелин и нитроглицерин. Представляете? Здесь еще, ну, все остальное как бы более-менее легко еще можно делать. То есть здесь вот медные плиты, слиток свинца, здесь слиток красной бронзы, который делается довольно-таки легко. Слиток красной бронзы, слиток цинка, олова и плиты медные. То есть, в принципе, это ерунда, но вот, вот это кордит сделать, это, конечно, проблема. Также можно сделать вот такие фугасные пушечные выстрелы. Я так понимаю, они универсальные типа, что ли. Или проникающий взрывной физический. Вот смотрите, здесь физический и взрывной, здесь физический и взрывной, здесь. Но еще есть проникающий урон вот здесь вот. Как он работает, я не знаю. То есть вот эти фугасные пушечные выстрелы, они лучше вот этих патронов, чтобы разрушать дома. Вот в чем проблема. И еще давайте, единственное, да, что остается, это проверить вот здесь вот. А что сюда нужно вставить? Так. Разрывные крупнокалиберные снаряды нельзя использовать как боеприпас для самоходной артиллерийской установки. И что туда тогда можно устанавливать? Серьезно. А что туда можно устанавливать? Давайте попробуем вот это и вот это вот скрафтить. То есть одну ракету, одну... Посмотрим сейчас. Блин, я вот беру все эти предметы, но потом же их надо будет складывать. Так, вот здесь вот давайте вот так вот. Хотя у меня здесь всегда в инвентаре один лежит. Как-то так. Нет, его еще разобрать нельзя. Ну-ка, нет, все тоже нельзя складывать. Так, что еще сюда можно кинуть? Так, вот медь немножко давайте кинем. Золото.
Ну, как-нибудь так вот. Здесь поднимаем патрон и смотрим ракетный. Странно. Я еще скрафтил вроде бы... Так, все, это последний танк был. Ой, последнее, что было в танке. Так, и что же сюда можно вставить? Так, ну это-то ладно, окей. Наверное, да, я, наверное, тоже попытаюсь создать патроны за кадром вот эти вот. Надо их потестить. Их нужно потестить и посмотреть. Возможно, вот эти вот ракеты туда вставляются. Потому что раз эти ракеты не вставляются, этот фугасный патрон тоже, скорее всего, не вставляется. Ну, как-то так. Круто, танк прям меня порадовал. Блин, я прям... И инвентарь у него больше, да, инвентарь вроде бы больше. Ну, вроде бы. Я сейчас тоже смущаюсь. Ну-ка, давайте посмотрим. Нет, такой же инвентарь. А, ладно. В общем, предстоят такие очень интересные дела. Тут и топливо надо будет загрузить. Кстати, давайте загрузим прям под максимум. Круто, он, наверное, и быстрее. Блин, ну шикарно, ребят. Очень радует меня. Да, он побыстрее, по крайней мере, вроде бы пошустрее стартует, побыстрее и крутится. Он прям маневреннее, маневреннее вообще. Так, это где у нас работает? Тут же здесь. Так, артиллерийский выстрел, скорее всего, все-таки вот эти новые ракеты. И новый танк, и я думаю, нужно все это новое сделать, поэтому я, наверное, заморочусь в следующей серии по поводу делания... Использование патрон, делание патрон и использование ракет. Так что всем всего, ставьте лайки, если вам понравилось. Эта серия была очень важной, но и знаете, как будто я до этого и не играл. Потому что грядет еще очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много дел. Всем всего, удачи и пока.